Короче, мы собираемся на дачу. Собачка клает. В ежедневном формате получать от нас влоги. Ой, а ты не спишь, да? Зачок не заменил. Наступили выходные, и мы собрались поехать на дачу всей семьей вчетвером. С вами Мик и Таня, наши сыновья Элла и Тео. И... Что? Вообще-то в таком фоне постоянно так снимаешь. Это лайф. Ну, ты можешь убрать свой лайф, я тебя умоляю? Нет. Ну, вот этот лайф хотел убери. А, мой лайф? И твой лайф, и лайф. Ну, ребят, я просто перевернусь и не буду там снимать. Мик, ты что, не видишь, что он делает? Что он делает? Я крема мажу. Ой, заботливый сын, значит. Убери! Да, Элай, не надо, спасибо, это ночь. Ну, салфетку возьми. Ночной крем. Салфетку. Ты что делаешь? Ночью маме помажешь. Ночью мне лицо будешь мазать. Так, будешь мазать. И тебе тоже намажу. Слышь? Ага, все, мы молодцы. Все. Ну, все, молодец. Давай. Тихо, ну не об диван. Ну вытри, говорю, салфетка он лежит. Короче, мы собираемся на дачу. И Тео будет впервые на даче. Первая поездка на дачу к бабушке и дедушке. Да, что ты хотел добавить? Я сейчас как мамку обмазал. Скажи, мама. Мама. А папа? Па. Нет, папа, нормально скажи. Папа. Папа, ну давай, не стесняйся. Ой. Деда. Деда. Ну, деда, скажи. Как большой котик делает? А маленький? Большая собачка как лает? А маленькая? И ты мой милаш? Вот. Что? Сейчас мы уже выходим. Ты оделся? Все, выходим. Кстати говоря, наши кошки ни в какую не хотят лазить на нашем прекрасном комплексе. Поэтому, если вы знаете способ, как привлечь туда котов, кроме валерьянки, этот способ мы уже опробовали, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что жалко, что такое место пропадает для котов. Может быть, мы что-то неправильно разместили, может, они, не знаю, как-то не могут залезть, но вообще здесь все реально, да. Вот Элайчик показывает комплекс, какой у нас хороший. Вот, хорошо, вот мышки есть. Вот да, мышки. Где мышки? Не, просто ладно бы это был напольный. Взял, убрал, как бы и забыл. Мы же сделали специально. Стены сверлили, все вешали. А я говорила. Как говорится. Ну, у Мика была идея фикс. Он каждый день гуглил, что там, как, где взять, что, да, а вот это. А там они вообще будут на кухню забираться, это все дела. Я почему-то вся была. Замерзли, что они будут лазить. У тебя спина в креме. Да дай вытру. Что именно? Футболка. Ладно. Влажный нос. Тебе курточку? Давай скорее куртку одевай. Курточку одевай, пошли. К бабушке поедешь? Папа сейчас один поедет, с Тео поедет. А ты дома останешься. Давай скорее. Скорее надо ехать к бабушке. А потом ко мне вот так подходишь. Вау! Каждый раз удивление. Так, мы усадились, все на местах, поехали. Элай, смотри, какая большая радуга, очень большая. Ты видишь? Мне кажется, он не видит. Не понимает, да, наверное? Вот мусоровоз очень красивый. Вот это он видит. А мы, кстати,
прошлом влоге ездили вон туда. Да, мы там отдыхали. Да, как много, да, яхт. Слушайте, ребят, возникла такая мысль. Мы не знаем, что из этого может получиться, но насколько вам было бы интересно в ежедневном формате получать от нас влоги? Насколько бы вам это зашло? Ну, то есть встали с утра, налили себе кофеек, включили покатушки. Посмотрели покатушки, попили кофеек. Настроение подняли себе и пошли. Или опустили. Или опустили. Уронили. Что такое, заяц? Короче, просто у меня какое было предложение. Сейчас в голове сформировалось, я его даже Тане еще не озвучивал, вот озвучиваю. Что по будням вела влоги она, так как я работаю и, к сожалению, не могу заниматься камерой в таком ежедневном формате. А в выходные уже я бы подключался и, короче, был бы таким ведущим на выходные, а Таня была бы хедлайнером. Вот, а я бы еще монтировал влоги по вечерам, соответственно, когда приходил. Вот, поэтому, короче, мы сейчас, не знаю, погода на нас влияет или что, мы, как, ну, конкретно я, чем-то гложимся, в общем, какой-то депресняк, вот, и... Но голова генерирует какие-то идеи, и вот, собственно, по поводу этой идеи я хотел с вами посоветоваться. Насколько вам было бы интересно получать влоги в ежедневном формате от нас, если Таня будет вести, может быть, делать даже какие-то тематические блоги, например, как проходит мой день или что-то в этом роде. Я не знаю, как это может быть. Тут Микаэл сегодня назвал лайк. Ну, или просто... Или просто лайв, так же, как мы снимали до этого, как мы снимаем сейчас. Вот. И у нас есть второй формат, когда мы делаем какие-то разговорные видосы на камеру вдвоем. Вот непонятно еще, насколько заходят они. Но, я так понимаю, они могут привлекать, например, новую аудиторию. Если, например, кто-то... такие видосы увидит, информационные, подпишется на нас и будет смотреть дальше влоги. Короче, непонятно. Вот, и еще только что мне смс-ка пришла, что серебряная кнопка уже в пути и скоро будет у нас. И мы ее где сделаем? Где повесим? В туалете. Нет, мы ее повесим прям на диване, да? Пусть будет. Я просто думала, что туда повесить, а тут серебряная кнопка есть. Так что, нет, я знаю, куда мы повесим. Хотя, ладно, еще вот. Мы все занимаемся обустраиванием нашей квартиры. Точнее, доделываем дизайн, декор. Вообще, была идея такая, я хотела, чтобы было побольше картин. И идея такая была, чтобы мы с Микаэлом, сейчас много курсов таких, ну, однодневных, там, по рисованию картин всяким маслом, и, там, ну, как-то там на холстах и тому подобное. Вот. И чтобы мы с Микаэлом вдвоем нарисовали две картины, и их разместили тоже в нашей квартире. Это будет очень круто. Да, Зай? Кстати, напишите ваши идеи по декору, что еще можно было бы добавить к нам на стены. Было бы очень круто почитать. У нас потому что много пустых стен, надо их заполнять. Вот, и еще по поводу того, что Таня, например, бы вела влоги. У нас 30% подписчиков жалуются на то, что Таня не умеет разговаривать. Ну, в принципе, Танюха сама не отрицает, что у нее иногда получается с этим сложности выходит. Сейчас, секундочку. Пропусти меня, пожалуйста, парень. Спасибо. Зачем? Потому что там поворот направо. Вот, и просто у меня какая мысль. Если бы Таня часто вела влоги, и, соответственно, чем больше она бы разговаривала на камеру, тем повышался бы ее скилл в этом деле и там обогащался словарный запас.
может быть, какие-нибудь новые словечки проскальзывали. У меня, например, у самого много и часто возникает всяких, паразитов слов. Я от этого специально не отделываюсь, потому что, ну, у меня нет такой задачи. Я пока ее себе не ставил. Но хотел бы поставить, наверное. Можно я буду как Ивлеева? Что она, если какие-то слова не знает, она их матом заменяет. Ну, это надо еще такую же харизму иметь. Да. Да, у меня будет это не очень прикольно смотреться. Неуместно. А что ты думаешь? Что ты сама думаешь по этому поводу? Я за. Ну, хотя бы попробовать месяцок. Ладно, ждем тогда комментарии, пожалуйста, по этому поводу оставьте, что вы об этом думаете, о ежедневных влогах, насколько это было бы хорошо или плохо, уместно или неуместно. Напишите, пожалуйста, для нас это очень важно. И, соответственно, со следующей недели мы запустим этот эксперимент. И если Лайчик у нас немножечко помолчит, вот мы снимем, да, его, то мы наконец-таки закончим эту тираду и будем ждать ваших комментариев. Все. На улице дождик идет. Одевай ему этот жилетку, одень и капюшон. Иди сюда. Вставай вот здесь вот. Здравствуйте, сыночек. Ой, а ты не спишь, да? Ну так, мы вышли. Скорее идем, скорее. Пока не намочил нас дождик. Я скажу такой. Люблю моего сына. Ой, как я люблю моего сына. Ой, сидите на сюре кто-то такой. О-оу. Элла! Тут разборки. Даже в темноте. Нам и темнота не помеха. Элайчик, смотри, что у меня тут есть. На мотоцикле будешь кататься? Ну, садись. Так. Давай. Залезай. Вот так. Ножки ставь. Так, как он включается? Подожди, там бабушка подсоединила. Ого. А музыку? Элай, музыку включи. Где музыка включается у тебя? Ну давай, поехали. Вот так. Ну давай, газу, газу дай. Гони! Садись, поехали. Туда хочешь? Ну давай, давай. А, смородина остановился поесть. Ну давай покушаем. Папа тоже покушает. Ой! Смородина отменная. Но я, честно говоря, люблю, когда ягоды недозрелые, когда еще более кислая. И это, в принципе, всех фруктов касается. Не люблю перезрелые. И зрелые. Люблю недозрелые. Ой, дождик пошел. А когда не созреет, такая приторность появляется. Да? Здесь прям Эльдорадо.
Так. Мы едем разжигать костер. Хотя дядя, по-моему, уже начал разжигать. Давай скорее, пока не зажгли. Да тут еще долго. Он еще успеет по поселку проехать. В смысле долго? Через не зажигалкой? Разложить сначала еще. Ой, куда? Все. Привет. Стоп. Так, кто это у нас тут вышел на прогулочку? Привет, сына. Братик вышел, да? Давай, нравятся тебе качели такие? Там вон деда приехал. Деду пойдешь встречать? Стой тут. Там будешь вылезать. Аккуратней голову. О, давай, аккуратненько. Да сейчас я все попробую. Закончился? Да? Слушай, да. Шелом. Кораблики утром будем пускать. Проснешься? Ну, ежевику кушал? Нет? Ну, я кушал. А он нет? Ой, воображу я. Это что ты? Камней наложил. Молодец. Мясо уже сняли. Пошла картошка. Че? Мясо сняли, пошла картошка. Где мяса не было? На картошку только пекли. Ага, ну да. Пошли брата заберем и пойдем в дом. Угу. Пойдешь? Да чокни за меня. Я уже чокнулась. За тебя и за всех. И за нас. Да? Микаэла, кукушка. Тань, подержи Микаэлу. Выпей за меня, да? Я за него чокнулась. А вы что, из-за меня есть будете? Уже, в принципе, все легли спать. Я сажусь, чтобы смонтировать этот влог. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписаться. Поставить там колокольчик, чтобы оповещения приходили. И всем пока. Всем добра. Shoot.